с этим Mercedes 213 кузове мы произвели огромный комплекс работ. Сейчас постепенно покажем, что мы делали снаружи, а потом еще и покажем снутри. Посмотрите, спереди полный антихром. Все элементы, которые должны быть хромированы, кроме логотипов, стали глянцевые черные. Вот так, наверное, лучше будет видно. Также молдинги, зеркала, накладки. Ну и, конечно же, смотрите, сзади появился на машине спойлер, и антихром, и красные элементы. Также, наверняка вы уже заметили, черные колеса и окрашенные суппорта, как сзади, так и спереди. Внешний осмотр закончен. Переходим к внутренней убранству автомобиля. Салон из скучного превратился в красный, яркий. Посмотрите, черно-красный салон. Настоящая натуральная итальянская кожа Напа. Черные вставки, опять же, кожаные. Карбоновые вставки, вот элементы из карбона, пожалуйста. На задней двери, на передней, руль, на торпеда, консоль. И также все перешито в кожу. Красная кожа, черные вставки, алькантара на потолке. Представляете, как классно может быть в вашем автомобиле? Любое сочетание цветов, любых материалов, все будет гармонично. Именно так, как вы выберете. И руль переделанный, уже, наверное, тоже обратили внимание. На руле алькантара, кожа, карбон, нулевая отметка. И покажем с этой стороны. Ну и чуть не забыли показать, зеркала тоже в карбоне. И все эти работы произведены в крупнейшем в мире центре по дополнительному оснащению автомобилей. Абсолютно все виды работ, от самых простых, элементарных, до самых сложных, собраны теперь в одном месте. Мастера высочайшей квалификации доведут состояние вашего транспортного средства до идеального, как снаружи, так и изнутри. Потому что все, абсолютно все работы производятся в одном месте. Обращайтесь. Вам наверняка понравится уровень нашего обслуживания.